Когда вы в последний раз смотрели в небо, в котором всю ночь мерцают звезды? Говорят, что звезды — это души тех, кто еще не родился. И каждый раз, когда на небе падает звезда, где-то на земле появляется новая жизнь. Но этот мерцающий свет остается в каждом из нас. Когда глаза блестят от счастья или от слез, этот свет греет нас. Он греет даже, когда никого не остается рядом. Мы играем роли в жизни, потому что легче изменить свой образ, чем себя. И парадокс заключается в том, что актеры, читая строки сценария, написанного не ими, пытаются их прожить. Но сценарий твоей жизни никто, кроме тебя, не напишет. И только ты решаешь, какой будет следующая глава. Только ты решаешь, кто главный герой. И только ты решаешь, когда настанет тот момент, чтобы та звезда, которая когда-то упала с неба, снова засияла в твоих глазах. И сквозь шум люди, услышав всего лишь три слова, перестали играть и начали жить. Камера, мотор, начали. That's a wrap! Yeah. Yeah.